Их служба опасна и трудна, но теперь станет гораздо комфортнее. Новый служебный транспорт получили сотрудники ульяновской полиции. Перед церемонией вручения ключей впервые во дворе регионального ОМВД на недавно установленном флагштоке был поднят флаг России. 26 автомобилей разных марок предназначены для подразделений уголовного розыска, экономической безопасности и противодействия коррупции, обеспечения охраны общественного порядка, оперативно-розыскной части собственной безопасности. 19 машин уедут в районные отделы. Но здесь, на территории, в районе отдела 19 единиц. Это довольно неплохо. Понятно, что и Максим Юрьевич оценил результаты подразделений, вложил на коллеги. И я хочу сказать, что показатели довольно-таки неплохие. «Лада Гранта», «Нива», «Газель», «Солерс Атлант». Авто оснащены всем необходимым для несения службы и готовы к эксплуатации в сложных дорожных и погодных условиях. Ключи от машин начальникам подразделений и служб вручил глава регионального ОМВД Максим Петрушин. Сюда бронежилет кладут, здесь, соответственно, шлемы, наше спецоборудование. Здесь также есть розетки. Вот, сюда помещение должен поставить журналист прошественного звука. Там у нас 5 мест, соответственно, здесь кондиционер свой отдельный идет, окно для наблюдения за задержанным. Также в салоне новеньких «Солерс Атлант» стол, камеры, устройство для быстрой печати документов, бензогенератор. Ульяновские полицейские принимали участие в создании внутренней комплектации. Багажник оснастили местом для перевозки задержанных, клеткой для перевоза служебных собак, дорожными конусами и складным набором мебели. Автомобили передадут в дежурную часть ОМВД. Анна Тищенко, Улправда, ТВ.